Мы продолжаем. Итак, смотри, вот есть распредкоробка. Здесь есть несколько вариантов вот различного рода. Что интересно именно нам? Самое главное, что нам требуется из всего этого дела, это так, чтобы наши шины находились вот таким вот образом. Вот так вот, чтобы они здесь находились. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы нам, когда мы заводим кабель вот отсюда, да, или отсюда, или отсюда, или отсюда, чтобы его можно было подать вот сюда, и здесь, в свою очередь, он будет разводиться, например, на фазу 0 и землю. То есть мы, когда установим эту коробку на стену, у нас вот здесь вот из центра, вот, у нас отсюда вылезет несколько проводов, которые из стены торчат, и мы их как раз посадим вот на данные шины, а все остальное будет отводом. Что, какой плюс нам дает, собственно, такая коробка, и зачем настолько жестко загоняться, чтобы ее сделать? А делать ее нам, по сути, нужно именно для того, чтобы сюда можно было подключить сразу же несколько потребителей. Что это значит? Вот, у нас, например, в одно из таких отверстий у нас падает обычная жила в одного кабеля, и после чего у нас пошли вот это вот все остальное, могут быть потребители. На мой взгляд, это прекрасно. И вот такой способ нужно нормально делать нормальным производителям. Но производители творят шины, которые тоньше в два раза, ублюдочнее, ну, то есть они реально тонкие. На этих шинах может быть действительно достойная нагрузка, то есть реально через эти шины можно ампер 60 пропускать и даже не беспокоиться, и с ними ничего не произойдет, и даже не нагреются, а даже если нагреются, то из-за вот такого вот куска меди будет вполне себе очень даже достойное теплорассеивание, что вообще является, по сути, очень важным. Так вот, что нам сейчас в данный момент нужно сделать? Нам нужно вот эти вот ребра, ребра усиления, их нам нужно сейчас отсюда тупо выкорчевать. То есть мы берем вот эти вот задние части и просто по самую стенку оставляем данные шины. То есть сюда одну и сюда одну, для того, чтобы когда открываешь коробку, было удобно с этим работать. Ну и, собственно, коробка будет обращена вниз, таким образом вот отсюда и вот отсюда будет очень удобно заводить кабели. Вот, ну и потом вот эти вот пеньки, собственно, сюда поднесутся. Вот, ладненько, поехали. Ну что, ребят, смотри. Вот так выглядит теперь эта распредкоробка. Вот здесь мы сделаем отверстие, отсюда же вытащим провода и, собственно, их уже разведем. Например, там фаза 0, земля. Все. И потихонечку вот отсюда заведем кабель, вот отсюда заведем кабель, сделаем отверстие. Ну и по классике. Такие вот истории вот так вот должны выглядеть по, собственно, коробке. Вот распредкоробке. То, что здесь они выпирают, в этом нет ничего страшного. Вот, на этом все. Я считаю, что в принципе было понятно, логично и неудивительно.